Инновации в образовании и итоги регионального конкурса подвели сегодня в правительстве. Это уже второй проект для руководителей школ и детских садов области. Лучшие работы выбирали в два этапа и в нескольких номинациях, среди которых повышение доступности образования для детей-инвалидов и внедрение в учебный процесс информационных технологий. Победители – представители Баганского и Татарского районов, а также городов Берск и Искитим. Их работы будут напечатаны в специальном сборнике. Для того, чтобы выявить точки роста, показать и сказать, что вот на эти учреждения, вот на эти инновационные практики нужно равняться. И не только топ-500 или 200 лучших школ, там выпускники, которых, так сказать, поступают в вузы, а что у нас есть, вот руководители, которые действительно работают